Короче, поехали на завод. Нас грузят. Всех нас грузят. И мы поедем. Прикинь, угу. Они заводят машину сверху. Угу. Здесь даже USB есть. Прикинь. Для зарядки телефона. Обалдеть. У вас книжка заряжается. Круто. Что так прикольно. Под мостом проезжает. Вообще масштабно, да? Нестер тут играется с кнопочками. Вентиляция синяя. Да не надо, не надо, спасибо. А я хочу, короче, пару сек записать к видео. Я скажу так, что продажник — это продажник. Мы это видели, да, и тот, кто сотрудничает с магазинами, это совершенно не те люди, которые отвечают на технические вопросы. То есть инженер, он и в Африке инженер. То есть любая компания, которая занимается тем, что продает оборудование, она должна знать, что она продает, и общаться не только с теми, да, добиваться, какие цены должны быть на оборудование, да, но и на какие-то вопросы, такие популярные, которые могут у людей возникнуть, знать ответы. Но это, по крайней мере, мое мнение. Я считаю это верно, потому что, блин, ну как собирать систему, да, не зная каких-то, ну, маленьких тонкостей. Вот мы узнали, что без бокса, да, вот объединения больше одного инвертора ставить нельзя, больше одного грида. Они в защиту уходят. Да, вот то, что у нас Марком произошла ситуация, и мы запрашивали информацию у разных компаний, все компании в один голос говорили, что вот датчик тока, типа кто-то говорит обновить, но как оказалось, оно так и есть, что если вы используете больше одного грида, неважно какой мощности, главное, чтобы у вас изначально было устройство, которое объединяет их в одно. То есть один датчик тока на параллели. Да. То есть бокс, который будет у вас всеми этими датчиками, одним датчиком тока, но всеми гридами одновременно управлять. А я так предполагаю, что это он клонирует один датчик тока на все устройства, дает команду. То есть и они относительно его и подстраиваются. То есть если у нас, например, идет нагрузка 5 киловатт, да, кстати, мы это и... Я про это, кстати, говорил. Но я этого не видел, а тут инженер их не как раз это и показал, что если у нас нагрузка 1 киловатт, то каждый грид выдает 450 ватт, а 100 ватт типа берется из сети. То есть это инженер и сказал, кстати. Так что вот такие технические вопросы, к сожалению, без знания дела, то есть со стороны продажи, решить невозможно. Так как я занимаюсь тем, что людям рассказываю вот эти вот вещи, да, а Нестер занимается тем, что продает, монтажом. Рассказывает им монтажом, то есть, да, все в одном. Причем это один и тот же человек, да, там, со своей командой людей. То есть им это необходимо знать. Мне было, например, интересно, с точки зрения инверторов, да, мне было интересно понять, как инженеры относятся, как они распределяют это все, допустим, по нюансам именно монтажа. То есть нам конкретно объяснили, как нужно монтировать эту систему, но не в плане монтировать, да, а как в плане соединять. По группе безопасности рассказали, какие предохранители должны быть, какие должны быть эти автоматы должны быть. То есть общие нюансы мы получили. И я считаю, что очень мало компаний, кто приезжает сюда не просто с вопросом, сколько это стоит, да, как это привезти, а именно с техническими вопросами. Дайте скидку. Да. То есть мы, наверное, первые, походу, приехали. Которые вопросы задают. Да, они прям аж рты пооткрывали, там столько народу было.
То есть они думали, что вот один человек придет, там про цены скажет и все. А мы как давай грузить техническими вопросами, которые люди спрашивают, которые возникают при монтаже. Самое простое, они возникают при монтаже систем. И мы получаем ответы, те, которые нам нужны, чтобы опять-таки это было в открытом доступе. То есть информацию мы не будем скрывать, мы хотим ее дать наоборот в открытый доступ, чтобы люди могли просто ее получить. Потому что очень много вопросов возникает, особенно по грид-системам. Как он отдает сеть, как он не отдает сеть, зачем он отдает сеть, как остановить это все, ну и так далее. Очень много вопросов, которые хотелось бы определиться и уже дать ответ один раз, чтобы не переговаривать, не спрашивали там по 500 раз одно и то же. Поэтому мы в Китае задаем очень много вопросов и по системам, как маленькие системы делать, как большие системы делать, как делать, допустим, мегаваттные системы, как делать кратно, допустим, 6 кВт, 2 по 3, если параллельно с инвертором, если не параллельно с инвертором. То есть все вопросы, которые нам интересны. Допустим, вот Диме, например, тоже был интересен вопрос, как запараллелить 2 инвертора так, чтобы это было. То есть, допустим, у него сейчас стоит 3 кВт, если ему еще 3 кВт поставить, как это все сделать? Я почему-то думал, что ставишь 2 датчика тока, и все так говорили. 2 датчика тока на каждый грид, типа, и они там с друг другом, это, а нифига. То есть вы ставите там возможность работы параллель, и при этом у вас должен быть бокс. Нет, вы можете поставить 2 датчика тока, но у вас должны быть 2 отдельные линии. Чтобы не, ну это понятно. Тогда а да. На одну линию нет? Только бокс. Так про то и речь. Так что вот такие пирожки. Съездили, покатались. Сейчас едем, посмотрим. Мы сейчас едем на производство. Таких роликов, я думаю, что вряд ли у кого-то было. Так что поснимаем, покажем. Две части, так две части видео, чтобы не за вас сильно не мучить. Да, будет, можно или сделать 3. Короткую версию, длинную версию. Да, наверное, так и будет. Короче, мы едем. Пошли, Женя. Thank you.